В 2017 году в бюджете города предусмотрены средства на разработку проекта реконструкции сквера воинов-интернационалистов. Зеленая зона, расположенная у дома номер 25 по проспекту Ленина, давно требует к себе внимания со стороны властей. Дорожки в сквере протоптаны по газону, а существующий тротуар сильно изношен. Уличное освещение отсутствует. Приступить непосредственно к работам власти намерены в 2018 году. Сейчас составлено техническое задание, по которому в проекте должно быть предусмотрено устройство новых дорожек и восстановление существующих, восстановление освещения сквера, также архитектурная подсветка будущего памятника воинов-интернационалистам.